Я вас приветствую на берегах Дуная, Будапешт, на связи. Этот город, который я очень люблю, в котором я очень много раз выступал. У меня здесь связано очень много разных приятных воспоминаний. Первый раз я здесь был практически сразу после побед на конкурсе Чайковского. Я играл в опере, играл 3 концерта Чайковского. И каждый раз, когда я сюда приезжаю, я здесь играл, наверное, раз 15 минимум, с разными дирижерами, сольными концертами и такими монографическими программами, я бы сказал. Сегодня будет концерт открытия знаменитого Spring фестиваля, весеннего фестиваля, с знаменитым Золтаном Кошичем, грандиозным венгерским пианистом и дирижером. Он возглавляет национальный оркестр. Мы будем играть 3-й концерт Рахманинова. Золтан потрясающий абсолютно музыкант, играет абсолютно любую музыку и имеет особый коннекшн, особую связь с русской музыкой. Его очень любил Святослав Рихтер, играли вместе, и человек, который интерпретатор музыки Рахманинова особый, он и дирижировал практически все его симфонические произведения, и фортепианные тоже. Вообще выходить на сцену и играть с пианистом, который дирижирует, это всегда ты испытываешь особую такую химическую связь с этим человеком, потому что он сам играл много раз этот концерт, прекрасно его абсолютно записывал. И практически эталонная запись его была с Иваном Фишером, тоже также знаменитым венгерским дирижером, известным на весь мир. Вот. И сегодня также могу сказать, что пришла замечательная новость. Опубликованы списки людей, которые отобрались с видеоотбора на еще один предварительный, уже живой отбор на 15-м конкурсе Чайковского. Для меня это будет второй опыт сидения в жюри. Я посмотрел на эти списки и был поражен высочайшим уровнем участников. Как уже и знаменитые музыканты будут там играть, лауреаты многих конкурсов и даже лауреаты конкурса Чайковского. И те люди, которые совершенно совсем молодые, в общем, такая связь будет разных поколений, сплетение, это будет огромный праздник, еще это вкупе с знаменитыми членами жюри, которые приезжают. Я жду этого с особым предвкушением, но, в общем-то, не позавидую жюри, потому что нужно принимать очень сложные решения, потому что после этого отбора, который будет живой, половина участников отсеется, это всегда очень сложно, но, тем не менее, я знаю, что этот конкурс будет одним из самых главных событий и нашей культурной жизни, и вообще мировых конкурсов. Поэтому я вас всех приглашаю, ждем, и совсем скоро, послезавтра уже открытие пасхального фестиваля с Валерием Гергиевым, второй концерт Щедрина. Маэстро Щедрин с моей Михайловной Плесецкой будет находиться в зале, будет трансляция на телеканале «Культура». В общем, жизнь кипит. Привет от Будапешта, вождение с Мацуевым.